какая, ребят, попа оказалась после джубги. Едем по обочине в два ряда. На дороге вообще все стояком. И конца края пробки не видно. Я думаю, это из-за того, что сегодня воскресенье. И все, кто рядом с морем живут, краснодарские, возвращаются домой, чтобы завтра на работу пойти. Все дружно ломанулись. И на дороге коллапс. Ну что ж, будем тянуться в этой пробочке и получать удовольствие.